Серце під ударом. Головний мотор найперше вражає COVID-19, наголошують медики. Як вірус позначається на серці і як убезпечитися? Про це сьогодні у студії відкритого розкаже кандидатка медичних наук, експертка з питань кардіології Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації Лариса Малещик. Вітаю вас. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, вже доведено, що ковід найперше вражає серце. Чому саме цей орган найбільш вразливий? На сегодняшний день имеются достоверные данные поражения сердечно-сосудистой системы после коронавирусной инфекции. Некоторые специалисты предлагают ввести специальный термин «острый COVID-19 ассоциированный сердечно-сосудистый синдром». Этот синдром включает в себя различную патологию, такие как различные виды нарушений ритма, это фибрилляция предсердия, экстрасистолия, это желудочковая тахиаритмия, это различные венозные и артериальные тромбозы, среди которых острые инфаркты, инсульты, тромбоэмболии легочной артерии или тромбозы сосудов верхних и нижних конечностей. Это миокардиты и перикардиты. К сожалению, проявление сердечно-сосудистой патологии может проявляться на разных этапах заболевания, как в острый период, в период лихорадки, в основном это 7-14 день, так и в период стабилизации после заболевания, а также и через дни, недели после перенесенной коронавирусной инфекции. Безусловно, среди риска находятся пациенты, которые имеют сердечно-сосудистую патологию, но исследования показывают, что заболевания сердца могут встречаться после перенесенной инфекции и у абсолютно здоровых людей. Як зрозуміти, що коронавірус вразив серцево-судинну систему? Яка, власне, симптоматика? Ну, после коронавирусной инфекции в основном все, или просто после инфекции, пациенты имеют такие жалобы, как слабость, одышка, повышенная утомляемость, нарушение ритма сердца и нестабильность артериального давления. Это симптомы не характерны конкретно для коронавирусной инфекции. Но если симптомы, если переболели коронавирусной инфекцией, эти симптомы длятся долго или имеют тенденцию к усилению, то есть сердцебиение не просто появляется при нагрузке, а оно появляется в состоянии покоя, появляются аритмии, это повод обратиться к врачу. И кардиолог назначит вам необходимое исследование и подберет соответствующее лечение. Одышка – это не специфический синдром поражения сердечно-сосудистой системы. Но если эта одышка носит постоянный характер, если она усиливается, если появляются приступы удушья по ночам и отеки нижних конечностей, это уже говорит о сердечной недостаточности. Что має робити людина, якщо відчула всі ці симптоми? Куди звертатися? Ну, если вы перенесли коронавирусную инфекцию, вы должны в первые дни, как в острый период, так и после стабилизации заболевания, следить за состоянием своего здоровья. И если у вас сохраняются симптомы в виде слабости, одышки, боли в грудной клетке, перебои в работе сердца, нехватка воздуха по ночам, тогда через 2-3 недели после выздоровления, после коронавирусной инфекции, вам необходимо обратиться к кардиологу. Як реанімувати постраждалу серцево-судинну систему і чи наслідки корони – це вже назавжди? Ну, не всегда поражение сердца после коронавирусной инфекции носят серьезный и тяжелый характер. Иногда достаточно изменить образ жизни и побольше отдыхать. Не всегда требуется назначение медикаментозного лечения. Який спосіб життя треба вести, аби важливий мотор працював безперебійно? Ну, вы правильно сказали, сердце – это мотор. Это то, без чего мы не сможем нормально жить и функционировать. Рекомендации простые. Это побольше находиться на свежем воздухе, побольше совершать пеших прогулок. Это рациональное питание, побольше овощей и фруктов, поменьше жиров животного происхождения. Это отказ от вредных привычек, от курения, употребления спиртного или наркотических препаратов. Это избегать всевозможных стрессов и перегрузок. Дякую вам за відповідь, те, що завітали до нашої студії. А я нагадую, гостею прямого ефіру сьогодні була кандидатка медичних наук, експертка Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації Лариса Малещик. Говорили про те, як коронавірус позначається на серці і як захистити важливий орган від хвороби.